Самаре продолжают обновлять улицу Георгия Димитрова на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Там приступили к укладке высокопрочного асфальтобетона. Также в списке обязательных работ – организация пешеходных переходов, установка новых бордюрных бортов и антивандальных люков колодцев на всем протяжении улицы, обустройство тротуаров. Так специалисты трудились в границах улиц Молодежной и Демократической. Длина этого участка – 800 метров. Новое дорожное полотно уложили по всей ширине проезжей части. Для удобства автомобилистов работы ведутся ночью. Дорогу полностью не перекрывают. Для движения транспорта рабочие всегда оставляют открытой одну полосу. У нас установлены знаки. Водители сразу непосредственно видят, что проходят дорожные работы и стараются объезжать. То есть таких моментов у нас нет, что машина как-либо могла помешать нам. Асфальт укладывают толщиной в 5 сантиметров. Гарантийный срок на новое покрытие – 5 лет. Если будут какие-то замечания во время эксплуатации данного объекта, подрядная организация будет их устранять за свой счет. Поэтому, я думаю, дорога будет долго у нас находиться в нормативном состоянии. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить работы до конца августа. Сейчас общая готовность объекта составляет около 75%. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.